это баллада счастливых людей. Notre vieille terre est une étoile. Полосное переплетение получается. Вот два вида. Я его менеджер. Человек объездил всю Европу. У него группа называется Хардега. Он солист. Но сегодня он приехал один, потому что группа не приедет только летом. Вот. И сегодня он нам исполнит на концерте невероятно голубое пение. Вот. Я его пригласила, чтобы все люди знали, что такое голубое пение и как это прекрасно. Получается, он на велике ездит? Да, он почти всю планету объездил. В таких делах самое главное – вовремя разойтись. Охранять на пике. Я так знал, что Бог живет во мне, и я пою, слава Богу, Бог живет во мне.